Добрый вечер, дорогие мои друзья! Сегодня 25 ноября. Посмотрите, какой чудесный у нас выпал снег. Я просто не удержалась, чтобы не заснять такую удивительнейшую панораму. Все погрузило в зимнюю спячку. Хотя еще до декабря целая неделя. Деревья словно сказочные. А фонари напоминают луну. Вот эта огромная сосна. Недалеко от озерца, которое я снимала еще и весной, и летом. Белоснежная дорога. Воздух чистый-чистый. И никакого дуновения ветерка. Сейчас прогуляемся. И бодренькие придем домой. Всего вам самого хорошего!